Для жителей поселка сегодня особенный день. В их домах появился природный газ. Этого события они ждали еще с советских времен. Первыми плюсы экологичного топлива оценили хранительницы семейных очагов. Многодетная мама Орын Кулькунаева говорит, что это лучший подарок ко Дню независимости. Женщина рассказывает, что год для них сложился удачно. Решили сразу две коммунальные проблемы. В начале года в нашем поселке появилась вода, теперь подключили природный газ. Мы, жители района, очень рады. Природный газ в поселке появился на бюджетные средства. Подрядчики подвели трубы к домам жителей и установили специальные ящики. Теперь абонентам нужно за свой счет подвести газ в дома. Аким района обещает, что проследит за тем, чтобы стоимость этой процедуры не была завышена. Стоимость подведения газа к домам не превышала 45 тысяч тенге. Теперь цены выросли до 55-60 тысяч тенге. Думаю, это выгодно для жителей. По словам Акима, в течение 2 лет во всех домах жителей Толибийского района появится природный газ. На сегодняшний день голубым топливом обеспечены 82% населения.